Линара и Снежана впервые катаются на тарзанке. И вообще они действительно первыми оказались на новой площадке. Рабочие только сняли забор. За ним в течение месяца велось строительство новой современной игровой зоны, где теперь смогут играть не только дети, но и подростки. Ну, раньше тут была полянка, на которой мы с собаками гуляли. А сейчас тут хорошая площадка. Ну, тут глаза сразу бросается, ну, типа, тут она ближе всего, вот тарзанка. Площадка, ну, она красивая, современная. Накануне открытия глава округа Руслан Заглавацкий посетил парк 1 мая. Он не только проверил, успевают ли строители срок, но и дал поручение привести в порядок территорию возле новой функциональной зоны. Ну, смотри, что такое очень... Ну, просьба, как третью, может, тогда вот это уберем? Вот в этой части -то тоже нужно будет убраться, здесь подпилить, подрезать и все остальное. Большая детская площадка – это только начало перезапуска парка 1 мая. Дальше администрация округа намерена поэтапно входить в программу по благоустройству общественных территорий. Несмотря на то, что сделана только часть парка, теперь он включен в перечень тех территорий, где будут проводиться праздничные гуляния, тематические вечера и анимационные программы.